полчаса до атаки. Скоро снова под танки, снова слушать разрывов концерт. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок, только снизу приписка: уезжаю не близко, ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил за минуту до смерти в треугольном конверте? Пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи с автоматом на шее. Он разрывов беречься не стал и в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. И в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал.